В Бресте стало уже традицией в дни особых для государства дат поздравлять женщин, которые ощутили радость материнства в столь особенный день. Это День независимости, рождественские пасхальные праздники. Для Бреста это еще и День освобождения города. Поэтому 28 июля у областного родильного дома было весело и многолюдно. Молодежные лидеры, депутаты, представительницы Союза женщин, мужчины занимались шарами и цветами, дамы с умилением рассматривали крохотные носочки и другие подарки. А Сергей Соломатин в непривычной для себя роли репетировал поздравления, волновался. От чистого сердца, светлый день, знаменательный праздник. Я буду желать крепкого здоровья, рождение ребенка – большая радость в семье, радость для мамы и для папы и, безусловно, радость для города. Потому что в этот день, по последним данным, город прибыл 17 новорожденными. Это очень приятная и счастливая новость, мы этому очень рады. Немного скорректируем цифры. В этот день в Брестском роддоме родилось 18 маленьких берестейцев, 11 девочек и 7 мальчиков. Эти крохи спокойно спали в своих кроватках, даже не подозревая, что родились в один день со славным городом Брестом. Зато мамы были счастливы и горды. Для каждой женщины такое внимание приятно и почетно. В этот день 79 лет назад город Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. То есть начиналась мирная жизнь. И вы сейчас, благодаря этому, можете продолжать эту жизнь. Вы рожаете деток. И поэтому нам очень всем хотелось бы сегодня вас поздравить, пожелать всего самого лучшего. Действительно, в нашей стране созданы условия, чтобы наши детки рождались и воспитывались в крепких многодетных семьях. Кто-то из женщин вернулся в родильный дом уже во второй раз, а кто-то только привыкает к статусу мамы. Это ваш первый ребенок? Первый. Да. Ну, в такой знаменательный день, что пожелаете своему сыну? Чтобы у него не было неприятных моментов, только радостные и счастливые. Ждали долго малыша? Долго ждали. Долго ждали. Самый личный праздник семьи Ивановых также совпал с самым главным Брестским. У них родился 9-й ребенок, сынок Даниил. По имени всех зовут, первые по очереди, Аня, Маша, Паша, Вера, Андрей, Ваня, Илья и вот Даниил. Наша семья верующая в Бога, а Бог учит, что нужно всех деток принимать от Него, потому что Он дает жизнь. И мы с радостью и полностью вот ждали всех деток, все желанные. В Брестском областном роддоме своя атмосфера, и создают ее мамы, счастливые от чуда, которое произошло. В третий раз пришла в роддом Галина Синкевич, пришла за дочуркой, а дома ее очень ждут родные. Нас ждет любимый папа, детки, доченька. Доченьке скоро 13 лет. Второму ребеночку, сынишка Артем, ему 1 год и 4. И вот долгожданная доченька, третья наша девочка. Красавицу как назовете? Ульяна. Улечка. Да, вот сегодня появились на свет. Конечно же, мирное небо над головой. Конечно, чтобы была счастливой, здоровой. Вот, радовалась каждому дню. Ну и жила счастливой. 18 новых брестчан родилось в день освобождения города. Что ждет их впереди, никто не знает. Но будем надеяться, что этот день станет для них символическим оберегом.